Всем привет, дорогие друзья! И как вы видите, находимся мы с вами в селе Владиславовка Кировского района на строительной площадке насосной станции номер 2, которая будет качать воду из Владиславовки в сторону Феодосии и Керчи. Это у нас строительство самого длинного, самого крупного водопроводного тракта до Керчи. Длина его будет от Владиславовки 93,6 километра. Вот посмотрите, протяженностью, и 89 тысяч метров кубических воды ежесуточно будет перекачивать. Ну, теперь все по порядку. Вода будет подаваться сюда из трех водохранилищ: Нежинского, Просторницкого и Новогригорьевского. Вот, собственно говоря, строительная площадка насосной станции номер 2. Это самая мощная станция в этом проекте будет. И сейчас вот она строится. Ну, вы, кто смотрит меня регулярно и постоянно, уже знаете об этой грандиозной стройке. Немножко освежу память и напомню цифры, потому что давно мы здесь с вами не были. Это Владиславовка. Вот строительная площадка. Здесь строится насосная станция. На паспорте объекта вы можете посмотреть, где какая площадь будет, какое здание для чего предназначено. Ну а я продолжу. Три водозабора по 12 скважин в каждом водозаборе глубиной от 110 до 160 метров. Общая суммарная подача воды будет 195 тысяч метров кубических в сутки. С севера Крыма эта вода будет поступать вот на насосную станцию номер 2. Вот, собственно говоря, как она сейчас выглядит. Ну и расскажу механизм. С Просторнинского водозабора по двум ниткам диаметром 800 мм и протяженностью 10,3 км вода будет поступать на Нежинский водозабор. И фактически уже с Нежинского водозабора будет объединено два водозабора. Она будет поступать по двум трубам уже 900 диаметра, 900 мм. ВЧШГ, это чугунина, доводится до сбросной камеры пока в северо-крымском канале, южнее села Зоркино. Порядка там 6-7 километров от Зоркино. И туда сбрасывается вода вот из этих двух водозаборов. Дамбой там ограничен перелив в северную сторону, чтобы вода текла в сторону Керчи и Феодосии. Ну а один у нас остается водозабор Новогригорьевский. Он поменьше этих двух первых. Он отдельно сбрасывает воду в северо-крымский канал. Повторю, это вот пока временное такое решение. Ну и по северо-крымскому каналу вода затем подается в сторону Керчи. Ну а сейчас вот мы видим сами, вот впереди по ходу движения там у нас Джанкой. Вот оттуда вот эти две трубы идут, вот уложили их. Заходят они в насосную станцию номер 2, НС-2 в дальнейшем будем ее называть. И здесь уже на НС-2 идет распределение потоков. Один поток пойдет на Феодосию, там будет пластиковая труба диаметром 1200 миллиметров, вот ее паяют там, и пойдет в сторону 11,3 километра длина будет до Феодосии. И две трубы ВЧШГ, это вот как раз мы сейчас смотрим с вами, там Джанкой у нас. Вот, собственно, параллельным ходом идет железнодорожная ветка, по которой ходят сейчас все поезда. И пойдет две восьмисотки до Керчи ВЧШГ диаметром и длиной 93,6 километра. Вот по ним будут подаваться до 89 тысяч кубов ежесуточно воды. По ходу движения будут ответвления в Ленина, райцентр, далее в Щелкино. Вот это все из этого водовода будет браться. А дальше вода идет в сторону Керчи и будет подаваться на очистные сооружения. А это вот, вот вправо посмотрите, как раз пошли трубы в сторону Феодосии.
Так что вот эта насосная станция такая вот будет мощная достаточно. Вот она впереди. Здесь сделали методом прокола, проложили трубы. И это вот в сторону Феодосии пойдут трубы. Там дальше от Феодосии запланирована тоже реконструкция, грандиозная реконструкция водовода до Судака. Тоже достаточно старый, в 80-х годах был он проложен там. И вот там уже какие-то потери, по-моему, воды есть. И вот тоже на 21-й год запланирована реконструкция до Феодосии, с Феодосии до Судака. Ну, мы с вами посмотрели как на Феодосию, и теперь мы свое движение продолжаем с вами в сторону города-героя Керчи. Водоводный тракт будет проложен прямо рядышком с Северо-Крымским каналом, который, собственно говоря, вот посмотрите, после дождей приобрел совсем другой вид. Но он всегда был в этой части Крыма наполненным достаточно, как минимум 50%, а где-то и больше. Ну а сейчас после дождей, которые здесь прошли, и вы увидите это, что здесь достаточно сильные дожди были, он, конечно, еще и побольше стал. Вот она трасса готового уже канала от точки А до точки Б. Здесь порядка 16 километров. Ну, где-то уже трубы лежат, где-то копают только траншею под укладку труб. Но всего сделано около 16 километров до села, в районе села Петрово. Вот теперь мы смотрим, как будет выходить с насосной станции номер 2, с НС-2, водовод в сторону Керчи. Вот здесь будет камера с запорной арматурой. Трубы уже уложены. Вот две чугунины по 800 мм. Поставляет трубы сюда российский монополист, Липецкий завод, который изготавливает эти трубы. Ну и еще подключился наши китайские товарищи, потому что чисто физически Липецкий завод не успевает делать трубы, потому что он ведь на всю страну обеспечивает, поэтому взяли еще на подряд. Ихние трубы ничуть не хуже. Здесь патрубок раструб, вставляются трубы, вставляется резиновая обечайка, уплотнительное кольцо, и загоняется туда очень прочное соединение. Там чугунина, это она практически вечная, как минимум 100 лет. Но а скважины рассчитаны как минимум на 50 лет водозабора. Скептики будут хихикать, улыбаться, которые вообще ничего не понимают. Но дело не в этом. И вот мы двигаемся с вами дальше. Вот и хотел задать вопрос, кто знает, кто укладывал водоводы, через, по регламенту, через сколько метров должны быть вот эти вот камеры, где устанавливается запорная арматура. Ну, для чего они нужны? Если в каком-то водоводе утечка, там протечка, с двух сторон просто перекрываются вентили, и все, и ведутся работы. Потому что если с одной стороны перекрыть вентиль, водовод наполнен, представляете, сколько воды нужно слить, чтобы... А это вот участками. Ну и я здесь не все стал показывать вам, дорогие друзья. Перескакивать будем галопом по Европам. Где вот интересно, где трубы видно, вот здесь как раз мы видим камеру. Установили опалубку. И нужно будет вот бетонировать ее. Вот ребята здесь, видите, работают еще даже. На момент съемки температура воздуха была плюс 1 градус. Вот опалубка, гильзы поставили, чтобы заводить трубы. Ну и, собственно говоря, вот сами трубы в целлофане уже уложены. Где-то уже траншею закапывают. Ну, мы доберемся с вами до места, где работают экскаваторы еще. И вот этот водовод будет всю воду забирать в себя с этих трех водозаборов. Потому что, конечно, Северо-Крымский канал, безусловно, зеркало воды огромное, потери здесь колоссальные. Иногда доходят в жаркие времена до 70% потери воды. Испарение, фильтрация в грунт, все это ведь тоже влияет на это дело. Ну а в трубе фактически никаких потерь не будет.
почти 100% будет доставка воды до потребителя. Вот здесь тоже видите разрыв, трубы уложены. Здесь, видимо, будет, да, вот расширение траншеи. Здесь будет камера строиться, где будет устанавливаться запорная арматура. Ну, я вот еще повторю свой вопрос. Через сколько метров должно быть по регламенту? Вот еще одна камера уже готовая. Ну, а с правой стороны идет Северо-Крымский канал. Было несколько вариантов, как укладывать трубы. Один из них такой вариант был, даже предлагали уложить трубы на дно Северо-Крымского канала. Ну, от этой идеи почти сразу же и отказались. Уложив трубы на дно канала, автоматически канал мы теряем. А так, осадки, какие будут здесь скапливаться в канале, будут предназначены, ну, иногда и туда будут закачивать воду для полива сельхозхозяйств, для полива культур, которые будут выращивать сельхозхозяйство. Так что Северо-Крымский канал будет в пределе, и вода будет поступать по трубам. Ну, а вот мы в районе села Фронтовое с вами. Вот здесь трубы заканчиваются. Оригинальное решение вот наши отцы и деды, которые строили Северо-Крымский канал, сделали. Здесь овраг, балка такая глубокая. И чтобы не строить акведук, Северо-Крымский канал здесь просто заточили в три трубы. Насосную станцию поставили. И вот вдалеке, видите, сейчас мы туда проследуем. Перекачивают вот с открытого способа вот по трубам. Потому что посмотрите, какая здесь низина. По-любому, если бы, чтобы обеспечить самотеком движение воды, нужно было строить акведук. Такой акведук мы уже с вами видели в районе Уварова. Я его вам показывал. Кому интересно, может посмотреть это видео, у меня на канале есть. Уварово само, собственно, чуть левее, там село, там проходит железная дорога, остановка там есть. Не Уварово, извиняюсь, Фронтовое. Остановка железнодорожная есть. Керчь, Джанкой ходят поезда здесь. Ну и вот, собственно, здесь вот уже из труб вода выходит опять в Северо-Крымский канал традиционным способом. Ну а с левой стороны видим мы траншею под укладку труб. Конечно, еще раз повторюсь, проект грандиозный. Стоимость всего проекта 26 миллиардов рублей. Стоимость проекта от Владиславовки до Керчи и Феодосии с разветвлениями 19 миллиардов. Ну, первые 7 миллиардов были там от водозаборов довести воду до НС-2. Довольно-таки тоже трудоемкое дело. Вот сейчас пошли дожди. Глина здесь, скажу я вам, вот вы видели в начале ролика, как я на машине ехал, заехал на мойку, потом вот мой сам, такие есть мойки, отмывал. Ну просто, даже керхер под давлением и то не может отбить эту глину. Такая она. Ну ладно, это отступление. Вот, как мы видим, здесь лежат уже трубы. В ЧШГ завернули их в целлофан. И затем обратная засыпка этим же грунтом, его никуда не вывозят, в отвал вот с левой стороны и с правой выкидывают, и все. Ну вот этот интервал я отснял, когда летел обратно. С высоты я увидел вот эту купчинская балка. Обратите внимание, в ней тоже вода с левой стороны. Посмотрите, какие лужи. Вот если внимательно приглядеться, впереди идет железная дорога. Вот эта балка проходит под железной дорогой, такой вот мостик здесь сделан. И если посмотреть, в свое время здесь приспособили местные жители проезжать на машинах, прям вот под железной дорогой. Это о чем говорит? Воды здесь не было. Только стоит пройти дождям, и посмотрите, сколько сразу воды. Вот видно даже, как следы от машин. Большие, конечно, не проедут, а на легковых здесь вот местные шумахеры пользовались, проезжали. Потому что довольно-таки высокая насыпь железнодорожная. Сейчас не проедут. Вода. Это вот такое отступление. Просто я вот возвращался второй. Ну, а теперь вот следующий интервал. Мы летим с вами дальше. В сторону Керчи мы сейчас движемся с вами. Посмотреть, где заканчивается на данный момент
на 11 декабря работы вот от Владиславовки до Керчи. Вот видите, мы с вами последний раз видели, работал один экскаватор, и кто-то из моих зрителей задал вопрос, а почему бы два экскаватора не запустить, один идет с опережением, а второй следом. Ну, как будто нас как услышали строители, и вот действительно, первый экскаватор впереди, вот траншею копает на ширину ковша как раз, а следующий уже более основательно доделывает работу. Вот один мы посмотрели, вот второй, как я уже сказал, грунт в отвал отсыпают, этим же грунтом потом после укладки труб будут закапывать. Последний раз, когда мы с вами здесь ездили, напомню это видео, где я очень змею встретил, 1.2 метра длиной, полос, красавица такая, она у меня на заставке есть. Вот видите, в ширину ковша копает траншею. Там работал один экскаватор. Ну, по прошествию времени, вот с того ролика до этого, траншеи выкопано не очень много. А вот трубы уложены, конечно, потому что когда я тогда ехал вдоль трассы, очень много трубы лежало рядом с траншеей и ждала своего часа. А вот сейчас я проехал, и мы с вами сейчас посмотрели, ни одной трубы нет, все уложили. Ну, можно сделать вывод, что ждут следующую партию труб. Кто-то даже мне писал под тем роликом в комментариях, что с феодосийского не то порта, не то же с феодосийской железной дороги разгружают эти трубы. Ну, точно сказать не могу, кто владеет информацией, напишите. Ну а здесь вот работает колесный экскаватор, кусты ликвидируют, готовят трассу под раскопку. Ну вот такой у нас сегодня получился ролик о Северо-Крымском канале. Как мы выяснили, воды в нем очень много, и о строительстве самого длинного тракта в Керчи. На этом все. Подписывайтесь на канал, и до новых встреч в новых роликах.